Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Победилова получила кредит в 21 миллион. Кировское предприятие, обслуживающее аэропорт, воспользовалось мерой поддержки из-за коронавируса. Это кредит, который спишут, если предприятие до следующей весны сохранит минимум 90% штата. Кроме того, по данным регионального Минтранса, из кировского бюджета Победилова в этом году хотят выделить еще 5 миллионов рублей. При этом пассажиропоток сейчас в кировском аэропорту восстанавливается, а весной предприятие столкнулось с невозможностью выплачивать зарплаты сотрудникам вовремя из-за нехватки денег, поскольку полеты были почти приостановлены. Программа «Экономика». Налоговая ждет от чиновников денег за квартиры и машины. ФНС запустила очередную акцию «Начни с себя» по уплате имущественных налогов физических лиц. Расчет налогов завершен, сумма опубликована в личных кабинетах. Началась рассылка бумажных уведомлений. Заплатить нужно до 1 декабря. К акции «Начни с себя», когда налоги платятся задолго до истечения срока уплаты, кроме сотрудников налоговых органов, привлекают представители органов власти, федеральных структур, коллективы предприятий. Начислено кировчанам примерно 2 миллиарда рублей по имущественным налогам в этом году. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Кировские бизнесмены могут посетить бесплатные консультации по налогам, бухгалтерии, рекламе и другим вопросам. В региональном центре «Мой бизнес» можно обратиться к юристам, маркетологам, специалистам по финансовым и трудовым отношениям. Они помогут разобраться с бюджетированием организации и оптимизировать налогообложение, а также разработать маркетинговую стратегию и рекламную кампанию, составить договоры, соглашения, провести экспертизы документов, говорит директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ольга Елгешина. Для развития малого и среднего бизнеса очень важно получать помощь оперативно и комплексно, поскольку законодательство и рынок динамично меняются. Появляются новые требования и стандарты, которым необходимо соответствовать. К тому же часто возникают ситуации, которые требуют особого подхода и знаний. Поэтому в центре «Мой бизнес» предприниматели Кировской области могут получить профильные консультации бесплатно. Хочу также отметить, что центр «Мой бизнес» расширяет перечень оказываемых услуг. На этой неделе мы начали прием заявок от предпринимателей на проведение сертификации, размещение на электронных торговых площадках и упаковки бизнеса во франшизу. Записаться на бесплатную консультацию можно на портале «Мой бизнес 43.рф» или по телефону 410-410. Услуги предоставляются при поддержке Минэкономразвития России и правительства Кировской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Экономика. В завершение о валютах. Доллар вырос на рубль и стоит 79,68. Евро поднялся на 1,5 рубля до 93 рублей 2 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.